Первоуральская городская больница получила от Министерства здравоохранения Свердловской области два спецавтомобиля. Это внедорожники, с помощью которых врачи смогут быстрее добираться к пациентам. Ключи от новой техники сегодня вручили сотрудникам более 20 региональных медучреждений. Это позволяет обновить, во-первых, автопарк, а во-вторых, действительно создать комфортные условия для работы наших медицинских работников. Плюс на данных автомобилях могут доставляться и пациенты до места проведения каких-либо медицинских манипуляций, профилактических осмотров, диспансеризации. Всего для уральских больниц было закуплено 53 полноприводных автомобиля на базе «Лада Нива» – «Нива Тревел». Технику медучреждение получило по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта здравоохранения. Автопарк Первоуральской горбольницы увеличился до 29 машин. Новые автомобили отправятся в поликлинику номер 2 и в отделение поселка Новоуткинск. В этом месяце это уже второе обновление. Две недели назад новый транспорт получили поликлиника номер 3 и стационар в микрорайоне. Динас.